У вас сегодня будет, как вы могли догадаться, неизменный комментаторский состав. Георгий Черданцев, Константин Генич. Очень надеемся, что звук вы не отключили. Атмосфера сегодня просто космическая. Дом у Рашид. Очень хорошую игру предстоит нам увидеть, Георгий. Команды действительно играют сегодня очень интересно. Сегодня у них ставка на высокий прессинг будет, судя по всему. Это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча придется играть большую часть матча. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. Диего Марадона еще со времен выступления за Наполи не платил большие суммы налогов. Сейчас эта сумма составляет почти 40 миллионов долларов. Поэтому, когда Марадона бывает в Италии, он все время рискует нарваться на неприятности. Так, например, в 2006 году итальянская полиция конфисковала у футболиста часы Rolex, а в 2009 серьгу из уха, которую затем продали на аукционе за немалые деньги. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Потрясающе вратарь играет, какой удар тащит. Янсен. Немного точности не хватило пасу, будет аут. Кристиан Нергор. Дает арбитр игру продолжить. Кристиан Эриксен. Эриксен. Пошла подача в штрафную. Гол! Как он классно мяч поймал на ногу. Отличный удар. Еще раз смотрим голевую атаку. Вот это навес у него получился. Прям идеально. И удар какой получился. Прямо с лета он вонзил мяч в ворота. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Вот так и надо играть в защите.